Всем привет. Привет. Что-то я тут куда-то нажала, не могу понять, куда. Привет, друзья. Немножко сейчас настрою. Тут как-то у меня тут камера слетела. Простите, пожалуйста. Привет. Привет, мои хорошие. Всем привет. Сейчас настроим. Давно не выходила в эфир. Привет. Всем привет. Ой. Сегодня кошачий глазик у нас будет. Я тут немножечко поставлю, чтобы было понятно, о чем речь будет. Привет, привет всем. Да что ж такое? Куда-то я нажала, и куда-то я не могу понять, куда нажала. Ну да ладно, сейчас у меня тут высветилось. Всем привет, приветики, приветики. Давно я не была в прямом эфире. Скажем так. Всем привет, привет, друзья. Привет. Всем привет. Немножечко сейчас подождем всех и будем общаться. Так. Друзьяшечки, приветик, приветик. Сегодня мастер-класс называется... Так, сейчас попробую я это дело называть. Почему-то не могу прокомментировать название мастер-класса. Ну, в общем, ладно, девочки и мальчики. Очень здорово, что присоединяетесь. Мастер-класс, прямой эфир, связанный с кошачьими глазками. Будем выковыривать к искам глазки. Показывать их в прямом эфире. Всем привет, привет, привет. Всем привет, 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 друзья. Всем привет, мои хорошие. Давайте еще минуточку подождем и стартанем. Сегодня у нас интересно. Привет. Готовность. Минутка. Да. И будем делать великие дела. Я сегодня вас познакомлю с гель-лаком «Кошачий глаз» и «Северное сияние». То есть суть та же самая, что «Cat Eyes». И просто тут у нас «Северное сияние». Тот же самый, просто немножко распределено по названиям. Две ветки кошачьего глаза есть в компании Lovely. И я с ними вас сейчас познакомлю. Давайте я познакомлюсь прежде всего с вами. Меня зовут Татьяна Обухова. Я технолог компании Lovely Nails Professional. Нахожусь в городе Омск. Сегодня с вами поговорим о кыскиных глазках. Сегодня я снова без перчаток, потому что могу себе позволить быть без перчаток. Такая вот красота. Как меня слышно? Скажите мне, пожалуйста, все ли хорошо слышно? Все ли хорошо видно? Так, 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 вот настроим чуть-чуть вот так. Дайте мне обратную связь, пожалуйста. Очень надо. Хорошо слышно и видно. Отлично, девочки, спасибо за обратную связь. Давайте, пока не начали, я расскажу про акцию от компании, которая заканчивается уже скоро. Она проходит до 30 апреля. Акция называется 2 равно 3. Это что значит? То есть вы заходите на сайт компании Lovely Nails Pro. Вот здесь у меня есть табличка, да, такая. Lovely Nails Pro. Вот адрес. Заходите. Приобретаете себе 3 гель-лака, вернее, кладете их в корзину, да, в заказ. Есть два нюанса. Все 3 штуки должны быть одинакого объема, то есть 5, 7 или 12 миллилитров. По цветам они все должны быть разные. То есть это может быть один кошачий глаз, 001 какой-нибудь, там 069. То есть именно объем должен быть одинаковый, а оттенки должны быть разные.
И получается, что за два гель-лака вы оплачиваете, а третий вам идет в подарок. Очень крутая акция. Призываю, пользуйтесь ею, тем более, что сейчас как бы есть возможность приобретать дешевле. Это уже очень хорошо в наше нынешнее положение. Мы везде стараемся экономить, правильно? Итак, давайте вас познакомлю с линейкой кошачьих глазиков и пообщаемся, соответственно, на эту тему. Может быть, у вас какие-то есть интересные вопросы, либо будете добавлять что-то интересное. С удовольствием посмотрим, почитаем. Так, поехали, да? У меня здесь на палитре нанесены кыскины глазки. Я вас сначала познакомлю с классической нашей палитрой. Я вот так сейчас показываю. Смотрите, это классическая палитра. Они идут, смотрите, здесь обычный, да, у нас цвет под топом. Здесь идет под матовым. Ну, просто для того, чтобы было понимание, что можно поиграть и не только стандартные вещи делать с кошачьим глазиком, но и матовым топом поиграть. Далее, что у нас получается? Я вам сейчас покажу, в принципе, как они находятся в бутыльках, как они выглядят, потому что не просто можно наносить их как кошачий глаз именно, а как гель-лак, богатый частичками такими перламутровыми. Давайте начнем с классической серии. Начну я с номера 001. Меня слышно, видно, хорошо ли? У меня такое ощущение, что... То есть получается, смотрите, если наносить, не поднося кошачий глаз, то шикарный вот такой золотой цвет. 001. Соответственно, он у нас вот такой. 001. Если мы подносим магнит, либо перекрываем матовым топом, да, получается вот у нас такие эффекты. То есть, в принципе, не просто для... Не просто для подставления магнитом, но еще и вот такие эффекты можно как просто цвет лака делать. Дальше мы идем. Номер 2. Очень красивый, насыщенный такой цвет. Тоже, соответственно, мы можем наносить как самостоятельно без магнита. Очень красивый, насыщенный цвет. А опять же, смотрите, если вы хотите, чтобы цвет был плотный, яркий, мы наносим на темную подложку. Вот он номер 2. Ежели... Ежели мы хотим, чтобы был более бледный оттенок, мы можем наносить, соответственно, на светлый цвет. Вот, дальше поедемте. Номер 3. Давайте посмотрим. Сейчас познакомлюсь с ними. Номер 3. Красивый такой вот. Красивый цвет. Ох, какой огонь. Ну, то есть, соответственно, да, уже повторюсь, что можно его как самостоятельно без магнита, а можно вот, соответственно, вот таким образом обыгрывать. Подставляем магнит, либо покрываем матовым топом. Дальше. Номер 4. Номер 4 очень-очень красивый такой цвет, благородный. Ну, как правило, любят этот цвет женщины такие постарше. Вот такой вот он. Металлик. Красивый. Ну и, соответственно, давайте глянем, как он выглядит у нас под покрытием и с эффектом кошачий глаз от магнита. Так, поехали дальше. Номер 5. Такой вкусный, приятный оттенок. Вот так, к сожалению, может быть, камера не передаст, но он прям таки клёвый. Ну, 5, соответственно, вот он у нас вот такой идет. 5. Дальше давайте посмотрим номер 6. Номер 6 посветлее. Такой вкусный тоже оттенок. Необычный. Номер 6. Вот такой он. Что-то ближе к бронзе. Так.
Что-то я, по-моему, перепутала. Оттенки нет. Все вроде нормально. Или я уже перенеслась с оттенков на оттенки. Так. Седьмой. Такой яркий, насыщенный цвет. Вот. То есть, соответственно, тоже... Всем привет. Соответственно, мы он вот подгоняем под эти. Восьмой мне очень нравится. Очень клевый. У него сине-зеленый отлив идет. Необычный. Соответственно, можно и отдельно им. И вот он у нас такой красивущий. Вот такой. А, номер 9. Номер 9. Номер 9 красивый. Сине-зеленый цвет. Сине-зеленый он именно. Это не обзор цветов, я просто знакомлю вас. Дальше мы с вами поиграем кошачьими глазками. И 10 оттенок. Соответственно, вот он такой бледно-зеленый, оливковый. Это что касается классической серии кошачьих глаз. Так, и давайте посмотрим сейчас «Северное сияние». Там уже будет у нас без матовых топов. Просто познакомимся с этими шикардосными оттенками. Гляньте, какие они крутые. Ну, то есть разница видна очень четко. Они переливаются очень круто. Вот такие они лютые, прям вообще лютые. Всем здравствуйте, с кем не успела поздороваться. Итак, соответственно, давайте посмотрим с вами по дизайнам. То, что я говорила уже, если вы хотите делать более плотный, более насыщенный цвет, может быть, кто-то еще просто не знаком с кошачьим глазом, вы можете наносить на темный фон, и будет плотный, хороший цвет. Ежели вы хотите, чтобы цвет был менее насыщенный, наносите на бледный оттенок, на светлый какой-нибудь. Итак, смотрите, по поводу применения кошачьего глаза. По большому счету применений много. Вот сейчас немножечко разложу вот здесь типсинки, какие-то вот такие моменты применения. И, соответственно, есть еще такие более именно показаны именно больше кошачьего глаза, нежели весь вот этот декор. То есть здесь мы, получается, что мы сделали? На матовом топе, здесь сделали переход с одного цвета в другой, как градиентом, буквально кисточкой туда-сюда поэлозили, создали с вами магнитную полоску, зафиксировали, топом перекрыли глянцевым. И вот этот рисунок, да, он может быть где-то незаметен, но в принципе иногда лучше меньше да лучше, какие-то нюансы, они вот классно смотрятся еле заметными. Здесь просто трафаретная роза. Смотрите, это та же ситуация, что и вот здесь, только здесь что у нас? Здесь роза трафаретная нарисована именно кошачьим глазом, и каждый раз магнитик мы переставляли по-разному. И сверху мы уже перекрываем либо гелем для наращивания, делаем текстуру, либо мы делаем фикс-гелем, который есть в компании, либо можно топом. Но смотрите, топ он довольно жидковатый, да, ну какой бы он ни был там супер каучуковый, всем привет, все равно он будет подтекать, поэтому лучше брать либо гель, либо фикс-гель, то есть какой-то гель такой более плотный. И это та же самая история без перекрывания фикс-гелем, гелем, просто трафаретная роза, которую я уже говорила, да, рисуете, подставляя магнит, формируете различный наклон лепестков. Да, где-то он не виден, но под светом обязательно будет виден рисунок. В китайской росписи я очень люблю, когда фон именно идет кошачий глаз, потому что не просто смотрится, очень круто. И мы можем просто обыгрывать эту полоску, ничего лишнего не рисовать. Также с этой стороны мы можем делать тот же цветок с кошачьего, с китайской росписи. Смотрите, здесь у нас идет топом матовым перекрыт кыскин глазик. И дальше у нас просто гель-пастой сделаны вензеля. Гель-пасту перекрывать не надо.
все, она уже все готова к применению, к носке. Ну, а этот момент здесь просто хочу показать, как можно кошачий глаз использовать в украшениях, когда вы делаете какие-то такие моменты. Здесь у нас получается черная подложка под камушком. Дальше кошачий глаз сформирован. И, естественно, мы делаем потом объем, как раз вот как делали в данном элементе. Вот тут. Так, по поводу доставки я вижу вопрос. Вот все такие вопросы, связанные с доставкой, с оплатой, с заказами, можно и нужно задавать либо в директ данного аккаунта, либо заходите на сайт Lovely Nails Pro, да, и там можно связаться с отделом продаж, даже нужно, я думаю, связываться, и вам подскажут, что там как бы с доставкой, когда она, в какие сроки, есть ли она. Я просто некомпетентна в этих вопросах, поэтому не хочу вас путать. Итак, давайте с вами что-нибудь разберем, связанное с кошачьим глазиком. Вот это я пока уберу, чтобы не смущать. Да, это мы просто как примеры с вами разобрали. Так, палитру уберем. Вот так вот сейчас все пододвинем, сделаем красиво. Как, скажите мне, пожалуйста, вы себя чувствуете в самоизоляции? Чем занимаетесь? Что делаете? Рисуете? Видюшки смотрите? Падики всякие разные, да? Вот так вот будет само то. Перекрываю я черным цветом гель-лаком. Гель-лак номер 066. Вот такой. Поговорите со мной, как у вас дела. Чего делаете? Вот так. Сейчас черный цвет нанесем. Вот он. Вот. И зафиксируем. Не будем сейчас фиксировать. Мы возьмем с вами. Нанесем. Опять же, аккуратнее, да, мы знаем, что черный, он очень плотный, и если нанесем неаккуратно и жирно, то он у нас может скукожиться. Это относится к любым плотным цветам, потому как они высокопигментированные, да, и нужно аккуратно с ними. Неважно, какая это компания, сам факт, белые, черные, они немного сложные, и это нужно просто понять, принять. Делайте уроки с детками, слушайте, это вообще, это, конечно, полный трэш, потому что я думаю, скоро у меня не будет возможности выходить в эфир, потому что у меня будут дергаться глаза, трястись руки, и я буду просто не спокойно разговаривать, а прям вот гавкать в прямом эфире. Итак, что мы делаем дальше? Ну ничего, прорвемся. Я возьму какой-нибудь цвет там, ну вот, скажем, 04 из северного сияния. И мы с вами возьмем дотс. И дотсом будем ставить капелюхи на непросушенном черном цвете. Давайте с вами вот так. Прям можно. Не стесняться. Создавать некое направление. Всем привет! Не обязательно делать одинаковые кругаля. Не интересно, когда все слишком одинаково, да? Нужно фантазию тут как бы включатушки. Вот. И, скажем, вот все это дело. Пока немного расплывается, что нам нужно, в принципе, в данном случае. Йент хорошо. Вот. Натыркаем прям сейчас так нормально. Вот. И что мы делаем с вами? Мы с вами подставляем магнит. Делаете змеиную кожу. Да, я уже говорила о том, что не ждите от меня каких-то волшебных там заданий, там дизайнов, просто потому что, скажем, Кыскин глаз, он довольно уже всеми измученный. Но повторение мать учения. И плюс я это фиксирую, девочки. И плюс много же начинающих мастеров, на которых тоже нужно делать прямые эфиры, иначе, все мы хороши, но все когда-то с чего-то начинали. И вот
давайте будем и для них тоже делать, для наших новичков, и иногда для самих себя, потому что иногда какие-то элементарные вещи мы такие: о, да ладно, а я так не пробовала. Да, змеиную кожу, вы можете так делать, ромбики различные, треугольники выводить. То есть вот нанесли, он играет, все классно, но мы давайте сделаем что с вами? Мы давайте матовым топом перекроем. Вы вопросы задавайте, если вам что-то интересно. Пока вот матовый топ лавли, пока я в эфире, я могу поделиться чем-нибудь, что вас может заинтересовать. Матовым топом проходимся, гладенько, щедренько. Вот так. Хорошо всегда промазываем матовым топом, потому что, да, как бы если где-то не промазали, там не будет матового эффекта, а там будет проплешина. И кладем это добро в лампочку. Теперь тот же самый эффект, что я показывала до этого. То есть вот здесь, допустим, у нас вот тут у нас трафаретная такая объемная, но мы сделаем по матовому топу. Прекрасно все это уже знаете, но кто-то, может быть, и нет. Так, возьмем с вами топ, топ-топ и топ-топ. Возьмем топ и топ-топ. Так, у меня топы базы всегда в больших объемах, поэтому я выгружаю каплю из банки прямо на палитру. И будем ставить капелюхи. Беру кисть. И сейчас, так как топ матовый в лавле с липким слоем, я липкий слой, соответственно, убираю. Он нам не нужен. И пускай подсыхает. То есть, в принципе, вот суть, да, какая. Мы можем так оставить. Вообще не проблема, это тоже красиво. Ну, необычно, скажем точно, потому что под матовым он смотрится необычно. И что мы дальше делаем? Мы просто берем и выгружаем некие капельки на какие-то элементы, которые мы хотим выделить. Не обязательно перекрывать все это пупырками. Ну, вот по мне так лучше, как вы уже, может быть, слышали от меня не раз, лучше меньше, да лучше. И так, капелька собралась. Какие-то моменты мы просто можем с вами подчеркнуть, чтобы было понимание: о, круто, круто, там сияние. Ну вот опять же, либо вы можете все перекрыть, и все капли, вернее, вот эти, пусть они играют. Это сделано топом без липкого слоя. То есть липкий слой мне стирать не нужно будет. Так. Дальше мы с вами давайте поиграем. Так, вот он получается у нас. Просто слегка выделили штучки. А дальше уже на что ваша фантазия гораздо. Здравствуйте. Вы можете и обводить гель-пастой, допустим, беленькой. Вы можете еще там линии какие-то, вензеля. Но для меня, честно говоря, я уже говорила, вот много не надо. Пусть лучше это будет нюанс такой на одном, на двух ногтях. Ну, не больше. Итак, поехали с вами дальше. Что мы с вами сделаем? Делала я тут, в принципе, не так давно один интересный мастер-класс. Давайте мы с вами его повторим. Также я наношу темный цвет. Под темным цветом очень-очень, да, круто смотрится. На темном, извините, пожалуйста. Так, наносим базу в виде цвета черного и просушиваем, кладем в лампу обязательно. Дальше мы с вами что делаем? Вот эти все знаменитые интересные размывы, которые у нас сейчас есть, допустим, вот у меня, да, на первом-втором пальце. Ну, может, это второй, третий. А может, это
третий, четвертый, смотря с какой стороны считать. Как бы ладно, суть не в этом. Нам сейчас понадобится кисточка, которая у нас есть для градиенту. Вот такая, которая, да? Да вы можете брать любую, которая вам нравится, лопаткой она может быть, да, у вас 6-11-20N. Вот ее. И будем делать с вами размывы. Давайте мы с вами будем брать контрастные цвета, чтобы потом на черном цвете они были очень хорошо видны. То есть мы кладем с вами капелюхи оттеночков, как обычно мы делаем с, допустим, с обычными цветами. Возьмем это какие-то, вот этот цвет. Ох, а здесь не видно, да, я так понимаю? Вот так. То есть прям такие оттенки, которые очень насыщены. И давайте вот этот возьмем. О, вот давайте вот 06. 06 яркий такой, насыщенный зеленый. Тынс. Тынс, тынс, тынс. Естественно, мы чуть-чуть это все дело размешиваем. Все как всегда. Все как в тех моментах, когда мы размешиваем обычные гель-лаки. Здесь у нас берется кошачий глазик. И вот набираем, что нам там, какие оттенки больше нужны. Вот, и начинаем выгружать всю эту красоту. На. Для того, чтобы не было сильно грубо и толсто, естественно, нужно ли слегка либо подобрать, убрать, либо подраспределить так, как вам нравится. Ну, скажем вот так. Конечно, вы можете слегка все это дело при делать кошачьим глазиком, сделать, тогда будет больше эффект. Можете оставить, да, можете добавить огоньку, будет играть. И енту дело мы с вами кладем в лампу, и мы также можем с вами матовым топом перекрыть поверхность. Для чего? Для того, чтобы по бокам у нас был матовый цвет, а посередине глянец. Мы вот именно по тому узору, который у нас есть, мы пройдемся глянцевым топом. Так, окейшки. Давайте с вами топом матовым перекрываем всю эту красотишу. Ну, то есть, в принципе, можно оставлять и полностью глянцевым топом перекрыть. Но нам-то нужно, чтобы был огонь. Огонь, так скажем. И мы перекроем все это дело матовым. Кладем лампочку. Фиксируем. И теперь я просто снимаю липкий слой с матового топа и прохожусь по рисунку топом глянцевым, чтобы было четко видно переход. Опять же, у меня вот здесь на палитре уже нанесены капли топа. Вот я оттуда и возьму. И возьму прям вот. Ну, кисточкой, допустим, вот такой какой-нибудь, так, чтобы наносить было удобно. Топ, 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 топ. Так, сейчас снимаем липкий слой с топа матового. В принципе, да, и вы увидите тоже эффект. Вот эту штуку можно с вами обыгрывать чем? То есть для четкости вы можете взять как вариант и границы определить белым, к примеру, цветом. Можете оставлять так. Сушим еще посильнее. Вот.
Привет. Вот, то есть, вот такой получается момент. Он очень круто смотрится именно, в принципе, вот в таком виде. Но мы не ищем легких путей. Мы берем и выделяем это дело топом глянцевым. Вот так. Топом глянцевым. Вот такой. Вот такая штука у нас получается с вами. Давайте фиксируем в лампе. Кошачий глаз фиксируется так же, в принципе, как обычные гелаки. 30 секунд и нормально это в гибридной лампе. Вот, друзья мои хорошие. Сейчас мы с вами посмотрим. Давайте я вам расскажу еще раз, напомню. Фракцию, пока у нас там фиксируется в лампе, да? Про акцию, которая проходит в компании. Давайте еще вот так вот поставлю. На сегодня тема про кошачьи глазики. Вот. 2 равно 3. В компании проходит акция до 30 числа, до 30 апреля. Вы заходите вот по этому адресу на сайт компании Loveliness Pro. Делаете заказ, то есть кладете себе в корзину 3 гель-лака. Допустим, это будет кошачий глаз, потом 002, там 015. То есть суть в чем? Вы приобретаете 3 цвета, а платите только за 2. Нюанс, еще раз говорю, все цвета должны быть разные, не должны повторяться, но объемы у оттенков должны быть одинаковые. То есть это либо 5, либо 7, либо 12 миллилитров. Вот, делайте заказ, обязательно связывайтесь с отделом продаж, чтобы уточнить информацию по поводу заказов. Вот такая вот у нас получилась с вами штука. Опять же, повторюсь, под матом смотрится тоже очень. Так, что-то не фиксируется? О, нет, зафиксировалось. Тоже очень-очень хорошо. Свои можете узоры создавать. Вы можете в эту палитру добавлять, допустим, ну, какой-нибудь белый обычный, не кошачий глаз. Вы можете добавлять серебряные прожилки. Ну вот играем сейчас с текстурами, которые очень модные. Так, еще хотела я вам сказать, что завтра у нас будет очень классный эфир. Также у нас в 13:00 по Москве. Называется этот эфир «Вопрос технологу». Ольга Волкова, она у нас технолог, химик, и она может отвечать на любые ваши вопросы, связанные с составом, с химией и прочие вопросы, также связанные, в принципе, с дизайнами. Она очень крутой, универсальный технолог. И завтра вы можете ей задать в прямом эфире все свои вопросы, очень насущные какие-то, которые у вас есть. Вот, в принципе, наверное, мы пробежались с вами по палитре, то, что я хотела вам сегодня показать. И чтобы вы еще успели поучаствовать в акции, вы можете просто элементарно даже все 3 кошачьих глаза каких-то взять, приобрести, а платите только за 2. Я показала тоже как бы некоторые моменты в дизайнах. Плюс еще познакомились с оттенками, как они выглядят именно на палитрах, под матовым топом и под глянцевым. Ну, то есть вообще вариации на тему кошачий глаз намного больше, нежели мы с вами предполагаем. Просто нужно выходить за рамки привычного и пытаться делать что-то необычное. Благо у нас сейчас время на это есть. Так, вот здесь еще есть уточнение. Коллеги, прямой эфир Ольги будет проходить в аккаунте Ольга Волкова Лавли. Спасибо большое за то, что уточнили, потому что я этот момент как бы не зафиксировала себе в голове. Я, так сказать, личность творческая и все фиксировать не могу. Я записываю. Помимо того, что творческий человек, у меня еще память плохая. Вот. Так вот, друзья мои, если у вас еще есть какие-то вопросы ко мне, вы задавайте, еще есть время пообщаться. А если нет, то
Тогда я благодарю вас за то, что вы были в прямом эфире со мной. Приходите, как говорится, завтра. Завтра на аккаунт Ольга Волкова Лавли. Будем общаться. Я обязательно постараюсь быть тоже участницей прямого эфира. Ну вот, наверное, на этом все. Я смотрю, тут как бы вопросов нет. Все, в принципе, предельно понятно. Всем спасибо! Всем отличного настроения! Всем хороших солнечных теплых дней, всем вот таких сердечек, как обычно, 100 500 вам, да, за то, что вы были со мной. Взаимные сердечки понеслись. Спасибо, спасибо. Всем пока-пока, увидимся. Спасибо и вам за то, что были со мной в прямом эфире. Запись сохраню на 24 часа, поэтому если не успели пообщаться, не успели посмотреть и ознакомиться с прямым эфиром, окей, он еще будет целые сутки с вами. Все, всем всего хорошего, всем пока-пока, до свидания.